Горы – это тоже волны, до скончания века. В них живут духи заповедного леса, там, где не ступала нога человека. Хранят они тайны создания миров, не пуская на вершину слабых. И только тем, кто внутри к победе готов, оказывает поддержку в восхождении на равных. Сильные люди, не боясь упасть мордой в землю, свой характер и силу духа закаляют. И нет мыслей заносчивых, что нужно лезть в петлю. Духи леса таких уважают и вставать помогают. Путь на вершину непрост всегда. Он начинается с шага к себе внутри. Легко, когда в тебе течет чистая вода. А если мутно смотришь на мир, ты просто стекла протри. Горы — это тоже волны. По ним ты можешь плыть, а можешь захлебнуться. И выбор всегда за тобой. Стать сильнее или, опустив голову, прогнуться.